Всем привет, с вами Стив Про, и я вам покажу World Editor мод для Майнкрафта Pocket Edition. Ну что ж, после установки данного мода мы должны залезть в чат, где мы можем набрать команду Help, которая нам объяснит все доступные нам команды. Пишем Help и нажимаем отправить. И нам пишут команды, которые мы можем использовать. Также у Help есть еще одни команды. Для этого нужно будет написать Help 2 и будут еще новые команды. Ну, давайте сейчас вам покажу, как редактировать блоки. Вот, допустим, как скопировать определенное количество блоков. Сейчас я сделаю квадрат, прокопаю маленькую ямку и залезу в чат и напишу post, позиция первая. Все, она активирована. И идем делать позицию вторую. После чего мы можем закопать эту ямку. Ничего нам не будет. Ставим позицию 2. Так, пишем две палочки. Post 2. И наши координаты заполнены. После чего мы пишем копия. Все, наши блоки скопированы. После чего мы можем вставлять эти блоки в любое свободное место. Для этого нужно писать две палочки и paste. После чего наши блоки, как видите, скопировались. Да, было 4 блока, так и осталось 4 блока. И такой кубик. Ну вот, давайте я вам сейчас покажу help. Так, пишем help 2, и нам появляются еще новые команды. Ну что ж, на этом все. Ставьте лайки и подписывайтесь на канал.